Сегодня сложно представить ремонт без использования передовых технологий и современных материалов, отвечающих требованиям пожаробезопасности, обеспечивающих комфортное проживание людей без лишних шумов. Плохая звукоизоляция. С такой проблемой могут столкнуться как жители новостроек, так и вторичек. Благо сегодня существуют технологии и материалы, позволяющие решить эти нюансы. Наиболее востребовано в строительном рынке сухое строительство. Это культура производства, это ценообразование. И самое главное, эти конструктивы, которые, или системные решения, они позволяют и решить эту главную задачу. Шум в квартире, неудобство, дискомфорт. Как избежать этих проблем? Поэтому нужно выбрать тот материал и то системное решение, которое и создаст это комфортное проживание людей. В разрезе хорошая шумоизоляция напоминает многослойный торт. Для обеспечения полной шумоизоляции из таких конструктивов должны состоять все стены в доме, потолок и даже пол. Свои технологии группа компаний «Knauf» продемонстрировала 26 и 27 мая на базе современных мастерских Пермского строительного колледжа. В первый день на мероприятие были приглашены строительные бригады, архитекторы, проектировщики и дилеры. Одна из площадок как раз была посвящена листовым материалам, которые используют при сухом строительстве. Как ударного шума можно избежать? Вот это элемент суперпола. Во-первых, этот пол универсальный, на любые поверхности можно. Особенно он интересен, когда, например, у вас старые полы, даже на деревянные полы, где надо выровнять полы, где надо решить вопрос утепления, а главное шумоизоляции. Как устраивается сам пол? Вот вначале укладывается бумага крафт или простая полиэтиленовая пленка. Затем она крепится кромочной лентой, засыпается керамзит фракции 0,5, то есть это нельзя крупный керамзит, чтобы это специальный керамзит. И затем укладывается первый лист. Укладывается в шахматном порядке. Вот эти швы клеем ПВА проходим. Скрепляем дополнительно саморезами, особенно те зоны, где у нас проходят двери. Большое внимание в своей работе компания уделяет и проблемам пожаробезопасности. Эта проблема волнует сегодня всех, потому что пожары, всякие события, которые случаются, они не могут оставлять нас равнодушными. Поэтому компания «Knauf» предложила показывать свои материалы и системные решения, обеспечивающие эту безопасность. Мы на заводе в Кунгуре производим абсолютные новинки. Это гипсокартонный лист «Сапфир». Это материал универсальный, он не боится ни воды, он не горит. И, конечно, этот материал вызвал интерес. В теоретической части участникам также были показаны функциональные возможности различных систем «Knauf» для решения задач пожарной безопасности, звукоизоляции, а также ускорения выполнения строительных и отделочных работ. Здесь мы попытались охватить максимальное количество наших партнеров для того, чтобы показать какие-то новинки, обучать, рассказывать. Одна из задач вот таких встреч, которые мы организуем, это все-таки привлечь максимальное количество рабочих. Мы для них проводим какие-то специализированные встречи, которые направлены больше в сторону практических каких-то вещей, да, прикладных. Тем самым будет появляться больше квалифицированных специалистов и бригад. Со своей стороны, Пермский строительный колледж также активно работает в этом направлении, создает новые мастерские, повышает качество образовательного процесса, в том числе и за счет привлечения партнеров. Строительная отрасль является очень наукоемкой. Меняются технологии, меняются подходы, меняются материалы. И поэтому новые знания и новые компетенции, которые необходимы для качественной работы, они встают во главу угла. Эти все вещи мы применяем как непосредственно в учебной работе, в очной форме. Точно так же большое количество компетенций мы используем для обучения в дополнительном образовании. И, соответственно, подготовка и переподготовка вот как раз строится на использовании новых знаний и близкой работе наших партнеров.
Зачастую строительные бригады работают больше на скорость, нежели на качество, отчасти из-за потребностей конечного потребителя. Одна из практических площадок мероприятия как раз была посвящена технологиям, которые позволяют быстро выполнить качественную работу с помощью механизации процессов. На нашем рынке присутствует техника подразделения компании «Knauf» PFT. Машины штукатурные, они позволяют затворять, это смешивать, смесь сухую с водой в автоматическом режиме и под давлением воздуха распылять ее на стены. Штукатуры, они разравнивают ее, уже ее своим инструментом. Второе направление – это подача сухих смесей на расстояние. Привезли мы на объект мешки, да, мешки со смесью, со сухой, чтобы их поднять на высоту, да, то есть на 20-й, на 10-й этаж, нужно задействовать какую-то подъемную технику или ручной труд. У нас есть специальные аппараты, которые как пневмопочта надувают сухую смесь на расстояние. В Европе, например, штукатурные работы производятся в 70% случаев механизированным способом, всего 30% вручную. В России ситуация иная: 30% работ производится механизированным способом, а остальные 70% вручную. К слову, наш край один из лидеров продвижения механизированных методик в стране. Сейчас необходимо обучение большего количества специалистов таким технологиям, как механизированное шпаклевание поверхности стен, да, которое позволяет снизить очень сильно трудозатраты, ускорить сроки сдачи объекта в строительстве. Это увеличивает скорость работ в 4-5 раз. Бригада из 5 человек за смену вручную штукатурит 50 квадратных метров. Та же бригада механизированным способом от 250 квадратов за смену. Вот то будущее, которое мы видим, это будущее, ну, оно недалекое очень. Поэтому сейчас прикладываем усилия для того, чтобы донести все-таки эту технологию до большего количества потребителей. На третьей площадке проходил практикум по подготовке поверхности стен. Подготовка качества поверхности под различные финишные покрытия. То есть обои, декоративное покрытие, краски, тонкослойные краски, краски глубокие мат, то есть вот, чтобы, придя на объект, мастер уже знал, какую поверхность надо подготовить, и не делая качество под покраску, на него потом приклеить липку. Подготовка качества поверхности К1, К2, К3, К4 по системе КНАУ. Также покажем все оборудование профессиональное, которым мы работаем. Это красочные аппараты, пылесосы, фланексы. На практикумах компания «Knauf» наглядно показала, что в своей работе делает акцент именно на безопасность технологий строительства, пожаробезопасность, звукоизоляцию и экологичность материалов. Это очень важно, и компания на это тратит много сил, на предложение строителям материалов соответствующего качества и также на разработку систем, которые позволяют создавать комфортное, безопасное жилье. Подобные мероприятия представители сферы строительства посещают уже не впервой и каждый раз узнают что-то новое. Посещал эти семинары, сейчас уже второй раз. Технологии почти все знаю, которые, по крайней мере, используются в Перми, на Урале. Понравился стенд с профиля, все железо. Есть определенные материалы, тот же, допустим, ГКЛ, сапфир. То есть он недавно на рынке. Про 15-й ГКЛ нам рассказывали, то есть первый раз его вижу вообще. То есть определенные профиля для себя подчеркнул. В любом случае полезно обновление знаний. То есть, 21 век, никто не стоит на месте. Во второй день открытых дверей мероприятия посетили студенты и преподаватели Пермского строительного колледжа. Благодаря совместной работе и партнерству строительного колледжа и компании «Knauf» у студентов есть прекрасная возможность при выпуске обладать передовыми навыками и техниками в строительстве. Я думаю, это очень важно, особенно для тех ребят, которые получают строительные специальности в этом колледже. Это будущее для них, будущая работа, будущие технологии. Они должны знать об этом, владеть, понимать, какие процессы происходят в мире, куда смещается рынок, какие требования сейчас предъявляются современные конструкциям к производителям. Работ. Это очень важно. Использование в строительстве передовых материалов и технологий позволяет ускорить выполнение различного вида работ, повысить качество и оставить довольным конечного потребителя, который получает комфортное жилье.